Со стенорехом ты не справишься, я суперсильный! Я все. Где здесь? Ага, вот он, помогаю нашим друзьям, где? Так, Маргаритка, посмотрим, что она там делает. Так. Не понял, это что такое? Рита, это что? Мозг зомби? Маргарита, это что, мозг зомби? Нет, это лизун. А, это такой лизун Сорбис. Понятно, давай лучше пойдем с тобой поиграем растение против зомби. Давай. Пойдем. Папа, а почему вы с Ариной в зомби играете, а со мной нет? У тебя сейчас голос как раз подходящий, чтобы нам с тобой тоже сыграть в зомби. Папа, а можно что-нибудь поинтереснее? Не смотреть, как ходит зомби, а стать зомби. А, ты хочешь стать зомби? Вот такой зеленый зомби? Ну, это можно сделать. Друзья, мы сегодня в Роблоксе вдвоем вместе с Маргаритой будем играть в игру, уже нами полюбившуюся, вами полюбившуюся, которая называется «Растение против зомби». Мы будем играть либо за зомби, либо за растений. И надо будет выполнять какие-то там миссии. Я надеюсь, у нас получится. Надеюсь, вы не против. Игра в Роблоксе. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем привет! Вы на канале Папа и Дочки. Кстати, Рита, скажи еще что-нибудь. Привет. Привет. Смотрите, какой у нее голос. Это она не специально его коверкает, чтобы показать, какая она зомби. Просто Рита у нас совсем недавно поболела, и у нее хрипит горло. А так она уже выздоровела. Давай пять. Все, мы начинаем. Ребята, смотрите. Смотрите, здесь я могу выбрать либо этого зомби, либо этого зомби. А потом, когда прокачаемся, наберем денежек, можно брать зомби с дверью, зомби с колпачком, зомби... Ага, с молотком. Потом еще зомби-йети, зомби-клоун, зомби на утке, зомби-красный, зомби с лампой. Короче, кучу зомби можно будет брать, ребята. И так, знаете, кто мне больше всех понравился? Вот этот вот зомби-перец. Посмотрите, у него один глаз вот такой, другой вот такой. Так, получилось, что мы с Маргаритой по разную сторону баррикад. Вы видите, я за зомби, Маргарита... за растения. Это очень грустно, Рита. Мне придется тебя побеждать. Пожалуйста. Надо побеждать. Надо. Все, отправляемся, ребята. И я превращаюсь в зомби с флажком. Осталось всего 30 секунд до конца уровня. Ну ладно. Ладно, 30 секунд. Так, 30 секунд. Все, и сейчас мы будем потом выбирать заново, за кого будем играть. И я вступаю в бой. Ребята, нам нужно останавливать растения. Так. Стой, растения. Мы воюем против растений. Я наношу ему удары. Вот так вот. Удар. Есть! Мы одно еще растение победили. Так, залазим наверх. Риточка, а ты где? Она за растение. Все вроде бы, да? Или еще бой продолжается? Так, победили. Победили. Я не понял, что это значит, ребята. Ну ладно. Так. Все, Риточка, давай, подходим к... Давай за зомби будем играть. Подходи к стойке зомби. Выбираешь. А я буду за растения. Мне так нравятся растения, они хорошие. Ну, растения это хорошие. Ну, давай я тогда тоже за растения, ребята, за зомби только что пробовали. Давайте за растения. Я попробую за растения. Я буду играть за горохострела. Наш любимый простой... Чего-то тут написано. Ребята, меня почему-то перенесло все-таки за зомби. Маргариту тоже превратила в зомби, ребята. И все, мы будем играть зомбиками, значит. Так получилось, к сожалению. Ну, почему? К счастью. Вот она, Маргарита, ребята, посмотрите, какая она красавица. Вот она стоит. Куда ты делась? А вот она побежала, стреляет по разным... Зачем ты стреляешь? Без перерыва. Нет, стрелять надо только по растениям. Так, Маргарита, пойдем охотиться на растения. Им нечего здесь делать. Слушай, а сегодня у меня будет... ребята, сегодня у нас будет забавная песенка за песенкой зомби. Поехали. Очень забавно, да, когда обычный человечек, это прикольно. А когда он зомби, это еще прикольнее. Все, растения, берегитесь. Идет ваша погибель. Самый главный зомби. Это я. Так, давай, чуть-чуть осталось вот этому растению. На. Куда ты за угол спряталась? Давай, Маргарита, присоединяйся, чтобы показать этим растениям, где, кто здесь главный.
Что главное, здесь все-таки зомби. На-н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 а. Так-так-так-так-так-так, буква Q, бомба. На-на-на-на-на-на-на, взорвись. Есть, все, погибло одно. Растение теперь мочим другое. Смотрите, вишенка, ребята, на меня. Меня подстрелила вишенка. Это очень грустно, ладно, переносимся. Сверху написано количество очков. Кто, сколько. Так, все, я зомби с флажком, я могу лечиться. Я тоже зомби с флажком. Ты обычная зомби? А где ты? Я хотела сделать... Вот она, Маргарита, пойдем вместе. Давай, на выход. Пошли искать растения и показывать им, кто здесь. Вот здесь вниз спуск. Ты видишь? Давай, я тебе помогу. Ты зашла зачем сюда? Зачем сюда? Зашла вот сюда, выходи, и вот здесь спуск. Это идет и стреляет зачем-то, ладно. Само стреляется на телефоне, да? Все, выходи. Вот здесь выход. Все, мы на выходе. Ждем растения. Вон там они пытаются к нам прийти. А, это наши зомби, ладно. А то красным стреляет, он зомби. Не, это кто зомби выглядит, тот и есть зомби. Смотри, там страшная война идет. Надо присоединиться к ним и помочь, ребята. Что? У меня не стреляет. У тебя перезаряжается, Риточка. Когда пули кончаются, он перезаряжается. Да, здесь все очень просто. Очень простая игра. Все, я вот здесь на возвышенностях. Собираюсь нанести мощный удар против растений. Так, ставим букву Е, ставим мозг. Лечимся. Лечение. Ребята, мы тут заняли флажок. Не-н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 е. Так. Все, меня развалили, их было слишком много, ребят. А ты как, нормально? Нормально. Держишься? Давай. Так, я опять беру зомби с флажком и опять отправляюсь в бой. Что и тут? Там, где ты был. Да? Так, надо сражаться. Где они? Где наши? Где растения, которые пытаются нас захватить? Не вижу пока. Так, за зомби много людей играют? Не очень много. Так, я за машину пока спрячусь, пускай они патроны потратят. Я буду по ним стрелять. На-н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 а. Так, Е. Ставлю флаг, и у меня будет лечение происходить. Происходит лечение. Заряжайся. Вот так. Ребята меня окружили и тоже уничтожили. Вот это да. Растения какие-то сегодня сильные. Наверное, Дэйв там ими управляет и говорит, так, растения, надо победить папу и дочек. О, уже к нам пришел, прямо сюда вот. На, тебе цветочек. На, держи. Так, отошел в сторонку и лечусь. Опять растения, получай. Давайте. Так. Ау, меня разобрали на части. Рита, быстрее спускаемся вниз. Так, я спускаюсь вниз и вот начинаю. Однерочка, быстренько начинаю разносить цветы. Они тоже лечатся. На. Нет, слишком много их. Слишком много. А где я? Ребята, меня уже все. Меня опять развалили. Да что такое? Это как так? Видно, что растения все-таки сильные. Они играют командной игрой. Игроки командные. И вот он цветок. И наконец-то мы сейчас его добьем. Куда пошел? Куда? Стоять. Мы сейчас будем... Так. Сейчас я его добью. Есть! Наконец-то мы цветок подбили. Фух. Надо срочно лечилку ставить. Все, мы лечимся. Так, где тут... Вот, мы толпой стоим, толпой все-таки получше, чем это, по одному. А Маргарита, ты где-то здесь, рядышком, нет? Отлично, давай тоже присоединяйся к нашей борьбе с этими плохими. У нас пока счет 20-20. Итак, опять цветок пришел прямо к нам сюда. На что он рассчитывать, не знаю, но мы его быстренько сейчас отправим. Все, на перерождение, нету больше цветочка. Теперь по вот этим, ребята, смотрите, они прямо на нас нападают. Эй, а где мой прицел? Вот он прицел. Давай. Перезарядился и снова атакую растения. Так, наверх забраться. Куда пошли? Куда пошли растения? Уничтожаем их. Эй. Ребят, ничего не вижу. Надо догонять вот этот цветочек. Он куда-то убегает. Все, его добили. Отлично. Наши теперь справились. Это хорошо. Надо чуть подлечиться. Я флажок поставил, который нас лечит. Так, и... Как у тебя дела? Нет. Отлично.
Где здесь? Ага, вот он, помогая нашим друзьям. Есть еще один цветочек, мы замочили. Вон вишенка, вижу вишенку. Начинаем атаковать вишенку. И вот вишенку, давай. Есть, вишенку уничтожили. Это здорово. Где? Кто еще тут против нас? Кто? Так, тут надо подлечить наших. Все, я ставлю флаг, который лечит всех сразу. Все, цветок. Растение. Бейте его. Эй, перезаряжайся. Скорее. Вот растение, ребята, оно спряталось за машиной. Его надо срочно замочить. Так. Давай. Есть! Еще одно растение победили. Вишенку победили. Ребята, мы классно справляемся, когда команды играем. О, как они так прям сразу, бац. Они какие-то сильные наши друзья-зомби. Вот, грибочек меня подстрелил прям сзади, представляете? Прям голову чпокс и все. Так, все, я отправляюсь опять в бой. Беру свое оружие и... Так, кто тут хочет противостоять? Я уже сразу начинаю атаковать, я ничего не вижу, на всякий случай стреляю. О, у нас зомби на цветочке летают, это круто, я тоже так хочу. Ну ладно, в следующий раз. А пока присоединяюсь к своим. Так, 8 патронов дострелять. Что? Я зомби. А, все, мы победили растения, ура! Ладно, ждем. О, тут что-то происходит. Я не знаю, что такое. Ребята, кто знает, напишите в комментариях, что вот это такое за синий экран. А, чтобы понимать, что происходит. Все, Рита, сейчас еще одно сражение. Ребята, сейчас мы еще будем сражаться. Я надеюсь, мы будем по одну сторону баррикад. Не хочется мне сражаться с Маргаритой. Что тут у нас сейчас? 17. Начало. До начала 17. А, за растения? Ну, тут все за растения. Я тоже тогда за растения. И... Хм, странно. В общем, при старте, получается, нас рандомно раскидывает куда-нибудь. Одних туда, других туда. Вот к нам присоединились разные игроки. Даже 4 подписчика с нами играют. Это круто. И мы должны выбрать карту. Во. Все голосуем за вот эту карту, что ли? Ну, ладно. Так, и за кого я играю? Я играю за растения? Кстати, мне 40 монеток. Ты за кого играешь? Я хочу за растения. Ты за растения, и я за растения. Ребята, уху! Да, я растение. Маргарита растение, отлично. У меня 71 монетка. Я хочу что-нибудь купить. Так, это я не хочу. Вентилятор, вишенка. Ну-ка, сколько? 80 стоит. Вентилятор стоит 50. Стенорех стоит... 30. Ребята, покупаю стенорех. Ура! Я теперь стенорех, ребята. Смотрите, какие у меня глазки. Красота. И что я могу делать? Бш. Могу стрелять? Да. Нет, это какая-то штуковина. Какой-то луч. Ладно, а два что значит? Два. Я не знаю, что два. Ну-ка, два. Бум-бум. О, зомби уже пришли. Они прямо у нас на базе. Со стенорехом ты не справишься. Я суперсильный. Я все. Меня больше нету. Задание такое. Ребята, напишите в комментариях, чем отличаются эти растения против зомби от обычных растений против зомби. Первые попадут в следующую серию. Все, кто правильно ответит, получат сердечко от канала. И отправляюсь в бой. Снова у меня... Вот они, зомби, я буду их сейчас уничтожать. Ничего не вижу. Я злобный стенорех. Что происходит, я не вижу, ладно. Так, мочим. Два. Мочим. Бах. О, ребята, смотрите, я в космос улетел. Где я? Вот он, фух. Так, снова становлюсь стенорешиком. Какой у меня классный вид. Вот это глазки, глазенки красивые. Так, что значит... два, это щит. Это два... Что, ты погибла? Да. Ничего страшного. Сейчас возродишься. Значит, два это щит, а один это... Ага, что вы мне сделаете? Ничего вы мне не сделаете, я с щитом. Так, а теперь один стреляем. Эй, один стреляем, говорю. Все, отлично, одного зомби замочили. Вот этого зомби надо замочить. Щит ставлю. Все, ты мне ничего не сделаешь. Ха-ха-ха. Эй, вот я развернулся. А теперь один мочим зомби. Есть! Победили зомби. Маргарита, как у тебя дела там? Отлично. Я с щитом, мне ничего не сделаешь. Ха-ха-ха.
Чего зомби? Думаешь, что сделаешь что-то стена реху? Ничего не сделаешь, я тут стою в защите. Он стреляет, стреляет, все бесполезно. И тут я наношу удар. Стенореховый мясорубка или что это такая, какое-то оружие. Ну, в общем, один развалился, и я тоже за ним где-то. Ладно, сейчас я возражусь снова. Давайте-ка я побуду, наверное, в этот раз обычным зеленым горохострелом. Что-то обычный горохострел, чуть-чуть его не развести. Так, быстренько мочим зомби. И расстреливаем. Есть, расстрелим. Ага, все, отлично. Вот еще один тут забрался к нам. Мочите его, мочите, куда он пошел. Догнать и уничтожить. Зомби не должны приходить к нам домой. Эй, ты куда пошел? Стоять. Есть, ты стенорех. Сзади меня зомби, и он меня подстрелил, ребята. Так, ну ладно, продолжаем. Что сейчас будет? Я опять сейчас буду. Я буду за обычное растение. Так, отлично. Однерочку. И... Я... О! Кровать. Посплю. Нет, некогда спать. Пора воевать. Все, отправляемся в путь. Где тут зомби какие-нибудь? Какие-нибудь, которые тут хотят мне противостоять. Где зомби? Где зомби? Вот зомби. Мочим зомби. На-н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 а-
Так, я спрячусь, дождусь, когда кто-нибудь придет, и замочу. Вон он, зомби, стоит наверху. Присоединяюсь к ребятам и тоже начинаю по нему стрелять. Один приближается, и мы по нему мочим. На-н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 а. Куда побежал? Куда? Стоять, стоять. Тут тебе... Ой-ой-ой. Так, здесь бомбу срочно бабахну. Ребята, я бомбу поставил, не знаю, сработает, нет. Есть, сработало, ну, уничтожило, к сожалению. Дальше. Дальше. Я опять за растение. Один. Оружие. Готов. А к бою. Ты еще живая? Молодец. Давай, Маргарита. Мочи их всех. Они недостойны того, чтобы быть. Ставлю здесь бомбу. Ага. Он, смотрите, выкакал. Ой, извините. Вывалил одну бомбочку. На-н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 а. Этот зомби меня расстрелял очень быстро. Ну, его, кстати, наши друзья победили. Спасибо, спасибо. Так, еще раз. Попробую стенорехом снова. Итак, я классный стенорешек. Беру один оружие. Непонятно, как действует. Мне поинт за что-то пролетел, ребята, если честно, не знаю. И вот, вот, вот. Держись, зомби. Да как так? Куда он делся? Вот, 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 вот. Стой, 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 стой. Я вот, я готов с тобой справиться. И... Он кидает в него орешками, орешками. Есть, ребята, я зомби замочил. Это было круто. Так, еще кого-то там сейчас. Какой-то там зомби есть. Я сейчас с ним... И есть, еще один зомби замочил. Так, снова перезарядился. Жду новую жертву. Где зомби? Идите сюда, я вам сейчас покажу. Вот он, вот он, вот он, вот он. Надо к нему приблизиться. И огонь. Вот, огонь, огонь, огонь. У меня в упор хорошо оружие работает, только в близком бою. Ой, я как-то подпрыгнул, непонятно. Так, перезаряжайся, и я готов снова встретить нового зомбика. Эй, куда ты делся? Стоять, стоять, стоять. Зачем ты в дом идешь? Там ничего хорошего. Там ты найдешь свою погибель. Он прячется за диваном. Все, ловим, ловим. У меня патроны кончились. Перезаряжайся, отлично, перезарядилась. Есть, его уже кто-то добил без меня. Так, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. А чё, у них какая-то цель, что ли, ко мне домой забраться или что? Почему они все ползут наверх? Вот он на крыше стоит. И что произошло? Софил, видимо, уже победа, да? Мы все. Все, ребята, кто-то победил, не знаю кто, сейчас посмотрим по очкам. Поинт пришел, наверное, мы победили. Круто, ребята, мы во второй раз победили! Друзья, опять какой-то синий экран, что-то тут происходит непонятно. Напишите, что это такое, значит, в комментариях. И в следующий раз разберемся. Нам пришло по 20 токенов. Рита, молодец! Мы два раза играли, два раза... А, один раз проиграли, один раз победили, получается, да. Итак, я думаю, на этом сегодня все. Друзья, если вам нравятся такие растения против зомби необычные, ну, обычные мы тоже будем играть с Аришкой, а с Маргаритой мы можем играть в этих растений против зомби. А, если они вам нравятся, поставьте пальчик вверх и напишите в комментариях. Победители прошлого видео. Ребята, на картиночке именно те, кто в прошлой серии первыми
правильно ответил на задание. Молодцы, ребята, участвуйте и вы, дорогие наши зрители, и тоже будете попадать к нам сюда на картиночку. Риточка, а за кого тебе здесь понравилось играть больше? Больше всего за растения. За растения? Да, отлично. Мне тоже за растения понравилось играть. Вы были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и дочка Рита. Всем пока. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.